Вот он. Редми 9 тупо завис намертво. Все. И хэштег Redmi 9 живи. Нажимаем на кнопку питания. Ноль реакции. На меню. Давай попробуем на меню. Не алло. О, блин, хотел бы на эту вот флешку посмотреть, что с ее жизнью. А тут, извините за зубастики, увы, ях, ну, это, всякие-то вот. А вот флешку я хотел купить. USB 3.0, еще и АТГшник, все дела, и все. А, вот он. Все, не алло. Xiaomi, хэштег резист. И придется вот так. Зависает намертво именно на предложение AliExpress. Что он имеет с ней, понятия не имею. Вот. И, кстати, он ощутимо греется сзади, где материнская плата. Чувствую, здесь, вот в этой стороне, где камера, здесь есть материнская плата. И чувствую ощутимый нагрев, такой прямо и экран греется, все греется. Что имеет Али Базар с MIUI, не знаю. А именно на новые приложения AliExpress, кстати, он не греется. Вот. И все. Вот он. Завис. Намертво. Придется его перезапускать принудительно. И... О, есть контакт. Вот сейчас он перезапускается. Вроде Redmi. Инициализация вроде прошла. И что-то он долго в этот раз. О, но все-таки пошел процесс. О, есть. Пошел процесс. И он нагрелся ощутимо, так, знаете, мое почтение. Прямо. Вот он. На зарядке. Давайте я сейчас ввожу пароль быстренько. Вот. И он по новой включается. И будет загружаться чуть дольше, все потому, что он нагрелся. Ощутимо причем. Потому что он чувствуется, как он... нагрелся. И как-то вот как-то так с этим Xiaomi. Я не знаю, из-за чего это. Так что рекомендую ребятам из Xiaomi, команды разработчиков, берите, пилите нормально эту прошивку и не спите на работу, серьезно. Потому что вроде телефон хорошенький, вроде все это вот, но... испортили прошивку. Причем испортили ее конкретно. И вот ни на одной приложении так не зависает. Может быть, пока что не знаю. Сколько лет имеет этот телефон. Он никогда не завис так. А именно на новые приложения от AliExpress. Все, он тупо намертво зависает. И сказали, увы и ах, извините, простите. Но я завис. Вот так вот. В общем, я не знаю, проверили, но это я проверил на Redmi 9. Прошивка у меня, сейчас я вам покажу, какая. Давайте откроем настройки раздела телефоне. У меня MIUI Global стабильная, получается, индийская прошивка 12.5.3.0. Вот, индийская. И вот на этой прошивке именно и зависает он. Далее, на других приложениях, повторяю еще раз, я не проверил, а вот на это приложение он тупо зависает намертво. Не знаю тут в чем проблема, или в приложении, или в самой прошивке телефона, неизвестно из-за чего, но сами видели, что он это вот не реагирует ни на что, никаких реакций. Вот. Как-то вот так. В общем,
Если вам понравилось это видео, это мой отзыв по данному телефону. Вот. Так что администрация форума, прошу. Я не знаю. Берите это на заметку и отправляйте этим вашим китайским друзьям из Xiaomi. Пусть начинает пилить нормальные уже прошивки, потому что, ну, серьезно, они надоели. Реально надоели уже. Ну ладно, у меня телефоны работают хорошо, а вот, например, у других, ну, сами знаете, без меня. Вот. Еще раз спасибо и увидимся на форуме, ребята.